Бутырскую мы знаем как выдающуюся фигуристку, первую нашу чемпионку мира. Ровно 10 лет назад в Хельсинки она выиграла высший титул для нашей страны. А теперь Мария Бутырская – известный тренер. Думается, что и на этом поприще она добьется таких же выдающихся результатов, как и добилась будущей спортсменкой. Одна из ее лучших воспитанниц – Оливия Ли, финалистка Кубка Москвы 2009 года. Благодарим аплодисментами Оливию.